От выстрела в голову удерживало не отсутствие карабина или пистолета. При желании найти можно все. Смерти он не боялся вовсе. Боязнь чего бы то ни было казалась ему чем-то бесконечно далеким и совсем не относящимся к нему нынешнему. Как детский онанизм или стирание двоек в дневнике. Обременить собственной смертью некого. В жизни здесь он не видел даже проблеска мысли. Нигде и никто не был ему нужен, ни одно живое существо не занимало его. Он остался один на один с громадой мира, безразлично наблюдавшего за ним мириадами холодных глаз. И дел в этом мире у него больше не было, даже пустяков.